Доброго времени суточек, ребята. Привет, рыбаки. Ну что, давайте продолжать. Тут остался у нас четвертый день. Время 13:09. Ну еще и вся ночь впереди, в принципе. Напомню, что поплавочная удочка у меня сломана. Будем, короче, ловить на блесну. Поехали. Привет, косолапый. Что, тоже порыбачить или посмотреть? Создавать еще комнату? Или ты так посмотреть просто? Или хочешь подсоединять? Вон, вроде народ есть. А, ну окей. Пиши, если что. Попробуем ступенчики. Ну ты, Санёк, тоже общайся, что ты. У меня тут не один знакомый зашел, Сашка, вот, если что, поздоровайтесь. Привет, народ. Поближе к микрофону. Настроен так, чтобы... Ну, чтобы, скажем так, то, что ближе к микрофону, то слышно, основные звуки вот заглушают. Ограничение под децибелом поставил. Соседы, да ладно, бог с ним. Динамит. И тут тоже предлагали ловить на динамит. Она может взять где угодно, я тогда тоже. А, 10 метров уже и бросал, короче, мать. Изображения нету. Сейчас, секунду. Ребят, извините, сцену забыл включить. Извиняюсь. Так, все нормально. Должно быть сейчас нормально все. Забыл включить демонстрацию. Так должно быть все окей. Спасибо, косолапый. Вот я не посмотрел, там клев будет, не, не будет сегодня. В это время. Ладно, что-нибудь вытащим сейчас. Какую-нибудь водоросль да поймаем. На это я мастер. А что ты смеешься, я говорю, я тут черепаху вытаскивал, это будет. Тоже забросил, вроде, блин, зацеп, дергал, ничего. Тащу, блин, вроде бы что-то есть, думаю, водоросль какая-то, бах, черепаха, блин, нифига себе. О, опа, ларыка. Рано подсек. Есть. Белый бас. $22, 16 опыта.
Ну да, на базе, конечно, мы много не заработаем. Сейчас еще одну, наверное, протяжечку и на форель пойду. Ладно, тоже там потихонечку таскаю еще. Форель 0,25 килограмма. Собака опять ушла. Там форель стоит, но не знаю, не хочет она прям полностью заглатывать. Ну тут уже вот бесполезно, хотя вылавливал как-то было на 6 метров. Не домотал леску. Да, в смысле? Он мне не мешает. Не, надо этим он же мешает, конечно. Встанет перед тобой, ты тут рыбу тащишь, он прям перед тобой залезет и стоит. Опа. Ух, хорошенькая. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть не отпустил. Нет, мелочь. Но зато золотая форель, ребят. 417 грамм тоже улов. 51 опыта. Тем более золотистая. После рыбалки. Мы ее жарить не будем. Мы барвить, мы ее продадим. Чуть не продинамил рыбку. Это краснобрюхая, по-моему. Или как она там чуется, прямо она ведет так тяжело. Ай-яй, как бы леску не оборвать бы. Это грамм 800, наверное. Грамм 800. Даже нету. Радужную форель. Да, когда же этот патч 19 выйдет, что-то у меня эта форель радужная, она нифига не радужная. А ничего, у нас вон садок еще 80 килограмм есть. Вот, почти наловили. Так. Вы два вида форели взяли. Как пустой прогон вообще идет. Кажется, не, даже тот она не возьмет уже.
Водоросли выловили. Даже водоросли не поймал. Ничего не выловил. В принципе, не каждый ведь как четко забросил. Да, я на поплавочную половил бы, блин, но ей уже конец. Я боюсь, ее вообще сломаю. А, починить только домой надо возвращаться. Там леска трещит на этом удилище. Блин, я так и боюсь прям порвать ее. Я уже две оставил наживочки. Да, радужная форель. Давайте попробуем блесну поменять. Действительно, блесну сейчас поставим какую-нибудь. Прям-то фиолетовую. Попробуем на нее. Давайте, прицеливайся. Конечно, поделиться. Прибежал еще один. Видит, тут рыбу таскает. Надо сюда. Не задумался, в какое время мы ее таскаем. Есть, ребята. А. Сошла или не взяла, или рост просто. Сейчас буду по 250 грамм на эту блесну таскать. У меня такое ощущение. Ну ладно, есть. Клюнуло, даже подсекать не пришлось. Захватило. О! Калистый золотая форель. Что-то на нее прет, прям, я не знаю. То ее, блин, за ней охочется, охочется, не выловишь. А это прям сама набрасывается. Меня прикалывает вот это. Максимальный вес 20 килограмм рыбы. Где же тут найти-то такую? О! Еще одна. Вот так, ребят, я говорю, мы сейчас настреляем нормально. Так, ну что, помчали дальше. Да, что-то золотая форель прям пошла одна за одной. А то я в прошлый раз ее выловить вообще ну никак не мог. Еще одна. Ох, хорошо, идем. Красногорлая.
Ну, я говорю, сейчас начнем по 260, по 250 грамм таскать. Так, ну что, забираем. 34 бакса, как-никак. Аж не 34. С учетом, что я на всю поездку потратил где-то 4000 баксов. А бы не больше. Какой 4? 4 дня по 500 баксов, плюс 2-3-350, плюс наживки. О, там штук 6, наверное, я потратил, наверное, чтобы съездить на это озеро. Поближе, микрофон вот. А. Ну тут да, должна быть уже получше. Хотя, КЗ. Ну да, грамм 800-900 идет. У меня тут рекорд, кстати, 2 килограмма надолавливал. Точнее, кило 999. Борется. 20 килограмм якобы. Это оно на любом озере, на лицензии, насколько позволяет. О, идет, идет, идет. Ты, блин. Да, да это больше килограмма, ребят, мне кажется. Вот. Она сопротивляется, я даже не могу подвести ее, да. Подсак. Поток есть. Надо, ну, на 100 килограмм. Сколько? Кило 451. Нормально. Вот так я люблю. Так я люблю порыбачить. Трофейная. Сейчас если еще одну трофейную выловлю, сейчас народ сюда побежит. Конечно, да вон внизу отписывается, еще поймал. Да, привык я уже ловить ступенчатой проводкой. Я раньше на твичинах мне больше даже нравился. Блин. А, все тут мне кажется уже глухо. Вытаскиваем. Мне нравится эта катушка. Яшкин кот. И затишье, что-то трофейный вытащил и все. Доберман с тебя хорош. Да, едь домой. Сейчас мы тухой попробуем. Вот на проводочку. Так, мне кажется, перебросил. Так, ну что, я думаю, вот четвертый день мы отстреляем, а потом я буду уже фармить баблосики. Нужно копить, копить и копить, потому что 19-го будет обновление.
Там, мне кажется, бабла понадобится нормально. Так как биткоинов у меня там вообще мало, придется за наличку покупать. Да, что-то рыба все уснула в очередь. Эх, ё-моё. Или подсекаю я слишком сильно. Она, да, как бы берет, но она прям не заглатывает. Она по ней там как бы ее останавливает, но он не хочет это самое забирать полностью. И тут сорвалось. Ну ладно. Давайте сейчас второе удилище попробуем. На 9-граммовую сначала. А это, скорее всего, только бас будет идти. Если вообще он возьмет ее. Блин. Я не понимаю, только как будто зацеп какой-то, но зацеп, то леску усиливает все равно, натягивает, значит рыбу все-таки берет. Мне кажется, проводку можно чуть-чуть увеличить скорость проводки. Молодую он по 0,3 таскает потихонечку. Я не помню, я, кажется, вот эту вот 9-граммовую одну выложил, только не серебристую. На ту вот должно было брать 5 грамм. А, не, есть серебро. Так, давайте скорость чуть подувеличим. Да был тут море, океан. Кстати, с новым патчем России добавят 15 числа. Она блесна тяжелая тоже. Подмотка быстрая за эту. Легка. Он 27, молодая. Красногорлая форель. Вообще это, на эту блесну ничего не хочет брать. Вращаемся к старой процедуре. Может попробовать разочек все-таки, может не выдержит. А, да там он удилище, он 39% жизни
Глубина, по-моему, на максимум. Алимент подписан. Что-то есть, ребят, там. Сейчас переместил слишком быстро. Рыба ушла. Мелочь какая-то. Ран 500, наверное. Да нет, это мелочь, как утаскивает рыбку. А, ну чё, баны, просто не утаскивал. Катушка отпустил. Не сказал бы, что это мелочь, она борется нормально. Ну, кило 200 наверняка будет. Тридцать восемь, да. Охота удочку ломать, охота именно поплывок порыбачить. Не упустил. Блин, удилище уже все. Сколько оно мне? Три дня отпахало тут. Я такие трофеи таскал. Вряд ли трофеи, но... 500 грамм. Нет, удилище... Не, ребят, я лучше починю. Я новое покупать не хочу. Надо еще поднабрать, собрать меня, потом дофига вкупить. Да что-то как дурак, блин, позакупился всем и дома все поставил. Нажал кнопку на это, на поездку, и все, понеслась. И поехал вообще. Ни с чем, можно сказать. Что толку, как Плюшкин, блин, дома это держать все. А, есть что-то. Заметили, сколько? 11-12 метров от берега. О, ты мне леску не порви.
Хорошенько, иди сюда. Почти. О! Новый личный рекорд. Красногорлая форель. Нормально. А что ж я тогда вытащил, надо посмотреть, на 2 килограмма. Надо было туда же кидать. Привет, ворон. Бывает. Ворон пишет, привет, бывает. Сам тоже сколько раз забывал. Не поверишь, я там на такую сумму затарился. И наживками, и всей ерундой там. И все дома лежит. Поехал с чем был на бесплатном пруду на этом. На бесплатном озере. О, есть что-то. Ух, как оно вылетело, ажник. Подпрыгнуло, я выдернул просто оттуда. 300 грамм. 15 опыта. Ну, еще где-то половина уровня, и у меня будет 27 левел. Уже можно хоть на какие-то будет озера получше съездить. Если лицензию там покупать придется. Сразу безлимитные купить бы лицензии на все. Это сколько придется этих биткоинов потратить. А вкладываться я не хочу. Реальных бабок нету просто. Ложиться. Ешки. Надо чуть побольше ей вставлять просторов для того, чтобы она опускалась. Тут все уже. Спокойно вытаскивать. Надо туда же забрасывать. Главное, кусты не выловить или черепах. Или ботинок какой-нибудь. Обещали вернуть уникальную за золото, как в начале было. Ух ты, это кайфово. Если вернут, это будет классно. Не, ну действительно, если ты поймал уникальную, то получше бы что-нибудь, а то это баксы дадут и все. И выловить-то надо постараться еще. Блин, не подсек. А уже надо было подсекать и что-то, не жанулся. Попробовать еще сегодня последний день четвертый вот это добить ночью порыбачить.
Время у нас 15:26, 0,5 метров в секунду, южный ветер. Ну, в принципе, рыба-то должна идти еще. Что? Волна туда. Да, есть что-то. Блин. Кто его знает, маленькая-маленькая, она может ко мне идти, а у берега... Да, это мелкая. Сейчас кто его знает. Посмотрим. Что это такое? Радужная, молодая, да. Ну, 319 грамм. А молодая она, по-моему, до 500 грамм, да, идет. Молодая, радужная. Кто помнит? Это опять молодая радужная, скорее всего. Понеслась теперь таскать ее. Ну, в принципе, тоже рыба. Тоже опыт. Ну да. 28 долларов. Санек говорит, отпусти. Добродетель нашелся. Было бы такое задание, я бы ее отпустил. Он пацану без лицензии приезжает сюда, тут только и успевает отпускать. Нас типа угробят. Приходится отпускать. Ага. На попе шерсть есть. Ты, наверное, не поймешь, да. Она... Может быть, она и взяла, но не захватила полностью. Ну, может, кто его знает. Крючок единичка, 1-0 даже, там мелкий. Как бы что-то было, но я покинул удилище. Что-то не хотит она. Хотит, не хочет. Куда? Да. Попробуем туда. Он перебросил. Прям вообще. Притык к берегу. Там мелко прям. Так и за эти 4 дня я не поймал рыбу, которую хотел. Это уже ближе к середине, даже ближе к берегу. Никакой, сейчас скажу. Сейчас вытащу. Так. Сейчас бы еще найти бы свой ник. По-моему, Добер. Д большой, обер маленьким, ман большими. Попробую так найти.
А, вот справа написано, да, вот, Доберман 84. Видишь? Ман большими 84. Сейчас как раз клёв должен идти прям. У меня, по крайней мере. У них-то не знаю. Добавляю это в друзья. Я тебе тоже за это самое увидел. Ходил его увидел. Большой чат не стал ставить. На весь экран растянуть. Мне это нормально видно. Зрение не подводит. У меня только War Thunder в танках. Я не любитель танков. Игр для трансляции хватает, тут времени не хватает на них. Если еще работа сейчас будет. Времени по минимуму, если будет. Проверю. Попробуем его протащить вот сюда вот. Потому что эта форель мелкая, она водится вот где-то вот тут вот. Где бревно он там лежит. Подальше. Легко. Он правильно. Ходить я буду. Блин. Опять сорвалась. Где-то в 7 вечера зайдешь по Москве, да? Окей. Если я буду играться само собой, я не знаю. Попробуем. Коваться вместе порыбачим. Я тогда комнату создам, да и половим. Побольше. Там 700, наверное, рыбка сейчас. А, 500-700. Громотей. Сидели, догадывались. Отпускай рыбу. Так полный. Рюкзак, блин, садок. У меня еще вон сюда 70 килограмм можно выловить. А я сначала понял, идиот, короче. Думаю, 20 килограмм максимально, наверное, выловить можно максимально. Думаю, нафига садок на 100 таскать, пацаны. Да это, говорит, рыба максимальная, его, короче, по весу можно, короче, какую вытащить. Ё-моё! Эту 20 килограмм выловил и, короче, день завершаю. Вот тут можно сзади нормально поднатаскать. А то я, блин, у меня день выходил там, ну не знаю, 1000-3500. А тут он на третий день только узнал, блин, что можно еще и это самое. Больше ловить. Больше стаж, штраф 3000. Да я решил садок, а можно как называть? Кукан, по-моему. На нем рыба дохнет, у меня пусть. Как она живая будет, но уже пораненная. Ее отпускать уже нельзя. Блин, а, да что ж такое? Я пота. На это на Хэллоуину ладно было, тыквы везде стояли, там костры горели, тыквы подходишь, хлоп, что-то нашел. Кстати, по-моему, только надо пройтись, кстати, посмотреть, может что-то можно найти еще.
Хоть червя накопать. Халяву. О! Так она прям клюнула так и затихла. Мелкая, да. Ну, идет. Ну хоть мелкая, Саня, а то бывает вообще вот закинешь и все. И сидишь. Хоть на поплывок, хоть на что, дергай, не дергай. Полезно. Можно было бы. В натуре так я одну вещь попробую. Можно мне такое сделать? Какой же крючок нужен? Давай, номер два, крючок номер два. Давай попробуем. Можно мне жерца? Слишком легко. Сейчас мы тебя кличем. Если можно будет. А его нельзя. Давай. Да. Огнем, есть ли что-то я не... Мотыль. Странно, жерца нету. Крючок дочек нормально. По-моему, нет. Нет, живет он в этих, как-то, по-моему, таких. Тут вот должен быть. Ну не знаю, почему она нет. Плывки. Вот тут он должен быть, но это на другой удочке. А он что-то не отображается. Не брёв, наверное, правильно. Лодку я с собой не брал. Вообще, так, попробуем на чаховичка. На ее брах вот что. Нужно для джигаловки ее. Да, она на фиолетовый тут берет нормально, кстати. Вот фиолетовая это самое. Да, вот это узкая блесна. Вот. Черную закидываешь, нифига. Фиолетовую закидываешь, это ловится. Это чиха там во что-то играет. Они, кстати, этого не видят. Фига. То, что касается снимов, они блокируют. Ты что не подписан? Да, первый заброс как неудачный. Да я что-то быстро его протянул как-то. Да. Да нет, скорость такая же, просто он... как-то быстро слишком. Давай вон туда вот мы говорили, выбрасывает. Ой, вот это. Нет, он прям быстро кажется на дно. Это глупая тема была. Что он не поймешь. Морская. Ну, за охота есть, да, обалденная игрушка, но я что-то ее пока что не устанавливал. Там весит очень много, у меня места в компьютере нету. Мне действительно, я это
Выслеживать надо. Вот из последних, которые выходило, самое толковое, потому что есть там какая-то русская охота или что-то такое, там вообще бред донатный. Там постоянно бабки, то есть, требуют. Так-то она вон в стиме условно бесплатная. И что там делать с одним ружьем и с одним видом пули? А остальное все, там, да бабки все остальное. Реальный донат. Место на компьютере освободиться, попробую и в рыбалку, почему бы и нет. Ой, в рыбалку, в охоту. А, кстати, надо посмотреть, тут рыба на раковой пачку клевала. Но они, по-моему, тяжелые, да. А ту надо. Ставлю. А здесь леска 0.23. Вон, по-моему. Прям за этот за садок туда хлопаешь себе, да? Данил предлагает, надо было вон к рыбакам кидать, и говорят, у них все это вытаскивать. Прям садок у них цепанул. И до дома. Че тут мучаться? Главное вовремя смотаться, пока не заметили. Так, ведь ловилась на это. На это шло. Я потом что-то поменял уже на фиолетовый. Тоже крючок двоечка, вот как раз она стояла, и 7 сантиметров виброхвост. Там мошь и клюх уже попадают. Давай мы туда попробуем. Там она крупная как раз. Ты не пройдешь ты туда пешком. Тут два места вылова. Я могу вон к тем сходить тут. Озеро такое, что не дает сильно развернуться, пройтись. Тут видишь скалы везде, тут он проходит. И можно было бы сюда выйти. О, видишь сразу. Да удочка нет, он леском. Сейчас выловим. Тут оно не поймешь, как рыба борется. Она если вроде мелкая, а борется, такое ощущение, что там тащит 2 килограмма. Но... Должно быть что-то хорошее, да. Кило 160. 40-80 метров, так, пение, да. Больше я имею в виду поймаю. Ну, в общем, за 3 дня, конечно. Ой, за 4 дня. Ну, я и по деньгам имею. Ну, там 2 дня я тупил, короче. 2 дня у меня получалось. До 20 кг, по 20 кг уходил, на следующий день перемотал. Ну, потом мне говорят, что ты так тупишь, что я, блин. 12 часов, час дня, я уже 20 килограмм наловил, и все. Развернулся и на следующий день, типа, блин. Ну, сейчас посмотрим. Да, мил. Мы тут тоже горали, типа, блин, таскали там по 1,2 килограмма.
Так он стоит там, знаешь, 200 грамм, 300 грамм. Блин, 1,2 килограмма, мелочь какая-то. А, блин, гады. Ой, гады, дайте мне рыбу поймать. Было весело, когда всеми рыбачишь, там несколько рыб, комнату свою создаешь, чтобы вот эти не лезли сразу. Типа свою комнату создал, народ подсоединился. И нормально так. А еще набирали бы. Ну да. Ну тут, знаешь, уже клёв установился, короче. Вот, что делать, пацан? Да пойдем шашлык сделаем. Типа, хоп, мангал кто захватил, типа, ща, пускай удочки стоят тут. Как она прыгает из воды, там, ух! Нормально. 300 грамм. Золотая форель. 5 баксов. Что? А, братуша. Ну чё, чё поймал? Да нет, пойду до магазина. Между обратно сюда, да? А очень. Ну, бед минимум зашел. Так. Где ж рыба-то? Видосик есть, вот как раз мы втроём, по-моему, ловили, я не помню, да. С подписчиками, как видео и называется. Чего руку-то вывернула, выкрутила вообще конкретно. О, есть что-то. Выдернул ее оттуда. Целый бас. Бас. За одной рыбой мотался, мотался, так и не вывел. Не поймал за 4 дня. Это вся, что есть в озере. Желательно. Какую рыбку поймать надо. Всю. Не, покажу сейчас. Я не помню, как он называется. Это американское название. Буффало или что? Буффало я в этом как-то ловил на том озере. Блин, обалденно. Вот с ним он, знаешь, долго клюет. Не боролся вообще, кайф, он так долго можно, блин, по 20 минут бороться. Да постоянно. 500 грамм. Сейчас покажу, какая рыбка. Хотел поймать, точнее. Так, лицензия вида рыб. Вот он. Делает чукучан. Зефир, манка, свершки. Ну все есть, а выловить его так и не смог. Последнее удилище. Не, ну он там мелкий, конечно, он там немного весит. Да. От одного до него. Он ловится вон оттуда. Они там справа стоят. Вот и понабрал с собой тут. А катушка, которая мне вообще не подходит. Да, отвесные блесны взял. Лодка тут. Ну, лодки у меня нет, но отвесные блесны взял.
Ну да. Как ты дотащил? Потихонечку, потихонечку. Ух ты, идет. А ну. 31 килограмм. Половина. Смотри. Может, он уже... Курсана идет тоже. Так я эту таскал вообще конкретные экземпляры. Самое крупное, что я ловил тут, это 2 килограмма. А на том озере вообще там эти сомики, но они мелкие. Да, на живца, ты говоришь, поплывок на живца. Громового вытащил. Нет уже. Помощку находит. Ну да, тут она один. Ну да, 17.04, это глянь. Как у нас зима. Ну, скажем так, неудавшаяся зима здесь. О, вот этот что-то вот так еще можно ловить. Среднячок какой-нибудь да будет. Маленький, но он все равно это лучше, чем ничего, это бывает. Ну вот сейчас, гляньте, сейчас сколько там, 17.06. Его посмотрим, улов. Вот 17, 19, 21 вообще упадет. Ну да, клев будет в этом день. Сегодня, видишь, какой клев идет. Ночью вот он с 21 до 23, потом к часу упадет, а потом к 5 утра опять поднимет. Температура 18-19 градусов. Здесь 8-10 градусов. Ой, 9-10 градусов. От 9 до минус 10, да? Лунку будем делать, да. Вон, рыбка бьется, видишь? Там мелочь. Потихонечку. Оттягивается рыбками. Может, поплывок просто пододвинул. Поймал что. Играть вот так. На том озере, блин, меня солнышко задолбал. То, что не кинешь. Блесна, сыр, червь, все жрет, гад. Все жрет вообще. Он меня задолбал, только закинешь. Бах, поклевка. Ты тащишь уже, понимаешь. Блин, опять этот солнечный. Не жаберный, да, вот он. Вот ему накаркал.
Все клев падает. Блин, на рыбку менять. Туалет уже. Там их причем две. Вот фиолетовая берется без проблем, прям клев уйдет. А этот как его зовут? Ну там есть черный у меня, по-моему, еще. Да, черный есть. Нифига. Подожди, давай мне на вертушку. Слишком легкая. Кстати, жабодочные. Тоже может клюнуть. Попробуем начнем. Не мелочь, как нам кто ел. 300 грамм таков. Сейчас попробуем на безбадочную. Какой еще молоток. Блин. Обидно, да? Все, вот на крючке. Тут бамс, оказывается, он эту балалайку решил отписать. Ё-моё, может не так резко подсекать? Две штучки, две заявочки были. Уже хорошо. Что-то было, видно, дернул, блин. Может, сапанул, скажем. Он-то приколы не цепляются. Не знал. Леску запутал бы, да? Взял бы, обрезал потом, да? Да нет, тут можно обрезать. Освободить. Вот зацепился за что-то, ее можно освободить или обрезать. Нет, у меня режут. Да, не режут. Делать нечего. Прицелом больше на полную ставишь и выдергиваешь ее. Они мучаются, причем не закреплен, короче. А вот. И они пытаются, блин, вытянуть. Он трещит из бедолага там. Не, на крючке еще ходила. Может безободочная, ты представь. Могло бы легко сойти бы вообще-то. Слишком, слишком, слишком. Хороший, 700 грамм. Все, бабки идут, это главное. Если... 100 килограмм, да? Почему там включается там камень? Да, что-то было, но... Судьба. Да ёшкин кот, а. Так бы её подсечь бы так же. Нашла. Вот.
Близко, не близко, вот что-то было. И пусика. Надо 83. Что такое? Блесна так провисла, леска вообще не провисла. Раздражает что-то перед мудилищем, перед лицом. Отвернулся я от него. Поплавал. Сам бы половил плавочку. Главное сейчас тянуть эту корягу с собой, не притащить. Ну да, нет. Ну, он пока справляется. Порвать тут. Все, ну запас еще. Ага, вот, теска. Ты сюды. Нормально. 700 до 800. 800. 100 килограмм таскаем. Ладно, в четвертый день тут воли не воли. Эх, блин. Я рано хватит. А в мою сторону иду. Маленько на. Граф 20. Два биткоина. Ну, не зарабатываешь, да? Майним сидим. Биткоины зарабатываем. Два биткоина нормально. Почем еще? 200 с чем-то тысяч. Рыбалка. На рыбку поймаю. Рыб. Какое главное, что ловится. Маленькая да ловится. Станет и все. А сколько? Рыбалка. Лесник. Да, веселый этот. Выловил, да, всю стайку выловил. Так, косяк, по-моему. Я понял, точно косяк, чтобы не ушла.
5 сантиметров, 17 лет. Ну вот она, коряга есть у меня. Если там взял, то она и нет, самая, она уходит на глубину, там мелкая она, в середине озера, сразу уводит вправо. По голове, пару раз удили еще, блядь. Да ё-моё. Странный вопрос, какая тут глубина на форель максимальная. На что ловишь? Можно подумать, он с этого как вот плывоточные удочки на середине, на максимальной глубине. Да? Да там и глубина, он в середине озера, да и дорога. У меня удочка не достает. Точнее нет. Короче, не достает он. Там резкий обрыв идет, то есть забрасывает, прям резкий обрыв идет по берегу. Вот у них там еще справа, тут он, там, да, там еще довольно-таки плавный спуск. Пока что не попал. Зачем он мне холодный? Я без лодки. Ну тут тогда играли. Думаю, что за фигня, не пойму же. Ночь наступает, понял. А там все светится, главное. Как бы зовут, вон там стоит этот косолап и ловит. У него светло там, хорошо. Думаю, что за ерунда. Подхожу, он с фонариком стоит. Понятно, нет. Не знаю. Ну как на этот, как его ловить? Все равно я на эту удочку ловлю, блесну. Закидывать какие-то проблемы. Ну поплывочные там, конечно, лучше это, светящийся плывок, но уже удочки нету, можно сказать. Вот, мелкая. Ну, есть все-таки мелкая. Все, продолжим. Скажем. О, перебросил. Не, нормально зашла. Видишь, вон там даже это самое. О! Ёк-макарёк, как я упустил, а это же был трофей. По-любому, там трофей был. Ну я поспешил. Трофей бы, он бы, блин, меня сейчас леску порвал бы.
Попробуй поверху. Здесь поверху не дает. Что такое, что зависит? Ух! Это было. Правил поверху. Прикол вот это, макаром. Вытащили. Бак клюнуло. А, трофейная, да. Сразу за удочку прям. С руками вместе. Да, с руками вместе, как клюнет трофей. Один нож. Посмотрим. Бедная, трещит вся. Лес, слышь, трещит. Видно, еще наполовину гнется. На то у меня наоборот. Не трофей, но кто-то есть. Специально не набросил. Иначе бы в этот дверь ходил. Тут как раз самая крупная улица. 36 метров. Потихонечку, потихонечку, огляди, забивается. А вот помедленнее сделаем. Да, он уже всех простил. Он должен, он простил рыбаков. Простил с ним. Ну, не так проводка. Медленно. Кого-то. Да, местечко хорошее, блесна хорошая.
Мне кажется, клёв уже все заканчивается. Ничего страшного. Лучше, чем ничего. Ладно, давай добьем нормально. Да, в чем твой? Ну а ты как думал, 34 бакса. Наоборот, а камни зацепили. Я молча. Догонит, не догонит рыбку у берега. Знаешь, какие провалы. О! Вот тебе и провал был. Он сошел. Клюнула, но сошла. Она просто. А нет, она еще и леска провисла, она на меня пошла, эта рыба прям. Не просто клюнул и куда-нибудь в бок, а прям на меня шла. Ну и просто потом взял и выплюнул. Она же безободочная. Крючок точно. Не надо подсекать, я уже понял все. Спокойно дальше вести и все. Пускай сама. Надо просто вести, не подсекать даже. Это игра 800 борется. Да, еще бы раз 60 по одному килограммчику было бы вообще супер. Кто его знает, подсекать, не подсекать. Вроде подсекаешь, она уходит. А вот в прошлый раз я ее даже не подсекал, она заглотила и ровненько сама села. Левее нужно было бросать.
Блин. Опять подсёк. Мысленно какую пробовать. А что такое PP4 или RR? Просто я не понял, что такое RR4 или PP4. Да я не знаю, во что там ты делал. ПП, что такое? Да нет. Ворон, разъясни вот это, ПП-4. Я уж даже по этим самым не помню. А, русская рыбалка. Да я в нее вообще не играл. Потому что у нее там рейтинг ниже плинтуса. Мне достаточно было посмотреть, что она из себя представляет, и комментарии почитать знакомых. Там это даже трудно назвать рыбалкой. Я вот фишинг, да, мне нравится, прям обалденная игрушка. Вот в эту. А в русскую рыбалку нет. Достаточно было отзывов просто. Там, я не знаю, как ее только не называли. Они даже в русской рыбалке, они отсюда вон половину посвистнули. Три раза ни одной ни рыбки. Она там начальник понтово даже тянуть. Пожалуйста. А не, они ближе к середине от 40 метров. Ну, а ты сам ворон играешь в нее в эту в русскую рыбалку? Как твои впечатления от нее? Считай 400 грамм уберет. Сама клюнула. Сама дура. Сама клюнула. Не болталась, да, лицом не маячила.
Не знаю, кто там, честно говоря, разработчик. Я так прочитал, что за поплавком параллельно читаю. Не знаю, кто там из них разработчик. Ну, мне не понравилось просто та рыбалка. Она и тут, да, ломалась. Да, ломалась. Если неправильно, особенно удилище собрать. Некоторые сюда, блин, понавесят тонну. Леску неподходящую поставят. Подпалит самое, какой-нибудь, блин, наживку там в кулак и на килограмм еще. Надо думать, тут они и ломались удилище просто так. А там, ну, не знаю. Я так внешне посмотрел ее. Уникально. Кто-то уникальную вытащил. 600. Вот фартило парню. 24 дня я искал. Вот наконец-то. Долго он мучился. Долго он. Не вылазил, он тут жил, да, в лесу. Выскочила, да. 40 баксов. Тихонечко идет. О. У них просто этих столько рыбалок, и я не знаю, я вот нашел для себя вот, допустим, вот эту вот рыбалку. Вроде бы кайфовая так. Ну, нормально, не напрягает. А какая по этим рыбалкам? Я даже и не стал потом дальше заморачиваться, вот. Понравилось вот это, да и ловлю. Даже экспериментировать не стал дальше. Атом Фишинг 2, но я даже, по-моему, и не слышал о такой. Там чемпион, там этот, как его. Фигня растет. Пустые эти. Кто-то и другое попадется, как. На это рассчитывал. Пошла. Где? Попала, если бы она... На крючке, да, и из воды вышла бы. Да. Есть что. А, даже не форель, по-моему. Он на краткий. Ты его хотел. Так. Этого я тут поналовил своего как раз туда. Выше крыши. Нет, я показывал другую, я вот этого показывал. Делай чупучан. На краткий тут вот. А той шайнер есть еще. Калифорнийская форель. Ловили. Прикол в том, что они, можешь спать, как раз, Саня, тебе покажу, видишь, вот, как это выглядит, как это выглядит. Ага. Смотри, прикол. Ее даже вытаскиваешь, она вот так выглядит красногорловая форель.
Видишь? Красивая, да? Радужная. Это называется «Найди 5 отличий». В чем? Какой? Смотри. Вот это вот. Топор, ну. И вот это. В чем отличие? Они просто модельку не нарисовали. Они пальчиком запихнули, а нарисовать не нарисовали. Она должна вот так выглядеть. Видишь? О! Не жаберный солнечник и черная крапля только поймали. Вот она. А, шок у меня был. У них, да, у них что-то там рыба, не поймешь, как называется, вроде бы. У нас то же самое ловится, но... А то на ерша похож. Не, ну окунь тут есть, окунь. Вот. А, допустим, там есть рыбы, короче. Кому камок? Давай попробуем. Капустец. Хватит кит на 25 килограмм. Ага. Да я там как раз вот две наживки я оставил, там за что цепляется. Это есть. А это этот как, вот это форель. Молодая. Грамм. Не, ну за это то можно и уровень получить, лычку, почему бы нет, если постоянно так вылавливать. Ну вот как я получил, допустим, блесну там за пары, за любую рыбу там, займу там 1000 штук, грубо говоря, да, рыбы дают лычку и войны. Да, совы тут. Маленько корут. Мучить. Видишь, он провал какой-то идет. Я вот вроде тащу железку. Ну она же не... От этого леса вряд ли ослабится. Вот в яму. Можно натягивать. Дальше. Ух! Зачем подматывать? Можно если выдернуть. Сама выпрыгнет. Ну, молодая радужная. Водичка слеза стекла. Давайте тут попробуем еще пострелять. Потому что там мел. Там метра нету глубины. А вот сейчас она сейчас на дно пойдет. Видишь, тут она быстро тащится. В яму упадет, она еле-еле будет подниматься. Вот яма начинает. Все. В яму плава опускается.
Да, сам промахнулся. Ну вот. Кстати, можно определять. Это уже влево. Ну, на 6 метрах вытаскивал. Хватит ее. Ну, если ник был, то ник был с этим как зовут, горел, значит, он в эту моментальку ходил. Да, склёв уже пропал. Можно, да, до дома не жадничать. Я что? Спускается. Прыгает. Раз с крючка. Спускается, спрыгивает. Нормально, слова подобрал. У меня клёв закончился. Можем бомбить еще. У каждого свое время. Он может рядом стоять, играть, и вот, грубо говоря, у меня там 8 часов вечера, а у него 5 часов утра. Поэтому тут иногда заходит, вот те, кто не знают, они начинают беситься от того, что кто-то таскает рыбу, а кто-то стоит, смотрит, как он вытаскивает. На самом деле получается по времени там, короче, нет, ну, сколько идет. Потому что можно промотать время, я же не буду тут целый день стоять, грубо говоря, ждать 8 часов. Можно промотать до утра там, и так далее. Как помнишь, в Fallout во все взял время, перемотал и все. Иди, баба, чё ж не соскакивает? Не хочешь выбирать ее конкретно. Она не стала даже брать там, да, это, да. Не доходило, что он прям нормально забрала. Мысли посыпать даже не было. Если она ее полностью не захватила, в смысле. Кстати, показать, сколько я рыбы наловил сегодня. Смотри. Ох. Да? Да, да, я сам. Не, попробуй. Сейчас на попробовать тут, блин, и осталось.
Да, это насчет коммутализации пойдет. Порядок. Макарёк, а? Что ж такое? Может, там действительно что-то есть? Может, во что-то справится? Знаешь, уже рыба заглатывать не хочет, плевать уже. Ножи. Это блесну точнее. О, знаешь, как будто что-то есть. Ну, что-то есть. Мелкое. Можно еще чуть-чуть играть, блин. Вот это я забросил. Прям себе руки такой размах, жмак рядом с берегом. Да, да, может было подальше. Да, ну что-то там вообще оно не брало, там где вот это мелко, оно, где глубже берет. А где мелко, оно там прям поднимается быстро. Это где они играют еще? Что было? Кто-то взял, закинул. Да, где-то вот на 20, на 20 до 15 метров вот это вот задержки есть. Кто-то, короче, то ли куст, как эти растения какие-то. Что прикольно, она не цепляет за них. Я думаю, да, была вот такая поклевочка. Я думаю, другую сверхлегкую поставить, как светку. Поярче. Видел? Да она вот, она не хочет заглатывать. Вот. Я думаю, вот поставим вот. Вот. Игровый жук. Отлично, превращаю рыбохотика в вашу добычу. Тут не сказано, какой он... А! Это игровый жук, а он, по-моему, на золотого жука ловил. Ой, на золотую какую-то, золотого тигра она что-то. Салапы. Салап, рыбак. Надо таскал их вроде, ну, кайфово. На это будете брать мне. Что есть, да? Ну, упустил, блин, ну, подсечь не успел, не жанулся сам, честно говоря. Я туда-сюда удилище протаскал. Мелкая, но все равно. Ну совсем мелкая. Нормально. Прям вот уже близко к берегу. Прям тут.
Да, куда? Допустим. Нет. Это я тебе показываю насчет того, что не поймешь. Они когда касаются дня, на резко видишь? Было. Блин, что напрягается. Вон не гребут, а рыбу. Ну что, ребят, перекур 5 минут.
Ну что, ребят, помчали дальше. Давайте, наверное, сейчас время у нас 20:48. Давайте пару забросов. И время чуток перемотаем. Если сейчас клёво не будет, мотаем время. Тут точно не клюнет. Тут точно не клюнет, ребят. Нормально. Была она там. Молодая форель. Сейчас выловим, спросим меня. Ты молодая, не молодая. Я не молодая. Да ё-моё, переброс. Что это такое, почему шеф был-то? Ветер южный. Бывает. Блин. Говорит, сна нет, сюда нет. О, фонарик у нас. Мы как-нибудь на уши. Ну да, ну там то ли куст какой-то, не знаю, ну просто надо положиться. Да, нас наживку поменять. Давайте глянем, что у нас есть. Да вот нету. Ночной. Им тоже, блин, весело.
Это попер нужен. Поближе подойдет, услышал. Слышь. А, он должен звук издать. Не люблю я на поппер ловить, и тем более заброс делаю. Я не любитель рывками, наверное, что-то. Он не подходит сюда. Она крэнк пойдет, она не слишком тяжелая, да? Я думаю, знаешь, что вот тут, ну, здесь ночных-то нету, видишь? Ну, обычно значок есть прям, что это ночное. Видишь, пишется. Так. Давай-ка попробуем на жёлтый. Прям он тяжелый будет. Более крючок. Ну, ну давай попробуем, но ну, мне кажется, на рачка вряд ли. Слишком легкая для этого берешь. Давай поменяем этот поджигаловку. Блин, так сок. Там, по-моему, на него тут, на эту, я уж не помню, по-моему, на него тут и нет рыбы. Очков. Мама вообще, ребят, глухо. Так, давайте на том на фиолету, если не будет плевать, тогда можно и домой возвращаться. Это было какие-нибудь такие ночные братья у меня. Так. Ох, где у нас это фиолетовое? Вот это что? Чтобы предметы. Я не знаю. Поймана. Да где же я возьму, Сань? Можно было просто дело, Сань. Живет есть. Почту на тебя. Не хочет ставить. Ставим блеснул, я для этого и смотрим.
Несколько забросов не будет плевать тогда уже до дома. Задничать не будем прям. Ага. Пробуй поводить с места. Вырублено. Да черт с ними. Левка это расходник. Не, это лезть. Уйма. Волки там завывают. Понял. Не хилаем. Маленькая двудаленькая. Программ. А вон начинает сходить уже. Она клевала ближе к берегу. Я сейчас буду офигевать, если на 2 метрах. Он уже все вытащил. Под берег. Кто его знает, маленький, не маленький, неизвестно, что это еще. Может быть, какой-нибудь ценный экземпляр.
Ну и ценнейший просто. Это Инстаграм. 15 грамм еще поймать, вообще был в шоу. Ну, еще 200 грамм. И... 415. Ну, почти пол-литра. Поймали. Уровень, да, 30? Где? Да. Рядом с ником уровень пишется. Ну, 15-26 стоит. Ну, что из этого? 40-й заходит сюда на это. Надо попробовать на чемпионат бы съесть. Эх, блин. Да. Поновато. Обидно. А у нас глянь безветренно. Ну что они один одну за одно, я ж не знаю, какое у них время. О, он золотистый шайнер он поймал. Он не крупный. Молодую радужную. Он вправо в леске идет и все. Не, ну что-то клюет, но он не хочет прям сильно захватывать. А не, нет. Эх. Возможно. Я хочу себе увидеть, что можно приобрести. Матные. Ну, скажем так, он стоял у него заброс, вот он рядом со мной был, заброс на 70 метров, такие были. Плавочные. Есть. Значит, сначала прям так потянуло хорошо. Она сама прям плывет ко мне. Просто заели. Так, попробуем кое-что другое.
Вичингом, да. Ничего. Пока что ничего. Вот. Ну вот, да, там. Надо купить. Ладно, один проход это. Не показатель. Очень, по-моему, спаятники. Ну, да, это блеснул, да. Вот дома нужно покупать. Ну а тут оно даже есть, если есть, то тут оно очень вредно. Дома есть у меня она. Если купить. Товар был помещен в рюкзак. Легко. А тоже на что не ловили, что будет. Давай на черном попробуем ночью. Вообще в темноте будем в полной. Глядишь, да клюнет. Пойдет плевать. Надо рыбы вообще не поймешь, что она хочет. Да. О, это уже интересно. Походил. Ну, да, 180 грамм. Солнечник.
Не помню, там какая-то голдовая. То есть чисто за биткоин ты покупаешь это как за вот наживку. Это гадина, у меня половина ее посожрала. Я это как рыбачил на другую рыбу вообще охотился. А этот гад солнечник, блин, я его замахался таскать. Ну, идет клёв. В магазин ходил, видел цену на форель, да? Интересно, реально, сколько она стоит? Так-то можно говорить нормально. Планета. До берега ты есть. Как нравится мне, когда леска хрустит. А удили еще на половину на грошу трофейный. Да хрен, ты крепко какая. Не бороться придется. Давай. Пыл упал у рыбы. Она, пыл упал у рыбы, она решила сдаться у берега уже. Трофейная. Как с куста. Ты, блин, опять далеко. При забросе. Больше бы таких, да? Таких. Ну да, так я штучек 25, ты прав, Сань. И хорош. Не вот таких вот, ну тех, что тоже с двоечкой, но только впереди. Пару двоек. Килограмм, да?
Программа где? Вот это? 5 или 6? Не помню. 7, где? Это блесна семихромовая. Крючок 1-0. Меньше единиц. Единица 0, видишь, написано, это меньше единицы. Там есть единичка, двойка, тройка и так. Единица. Блин, чего не ожидал, ночью, глянь, начала клевать на другую блесну, на черную. У них и цены разные. Разные. И опыт разный. У него красногорлая, радужная. Угу. Ну фонарик у нас был. Архаровцы, глянь, какие. Не стоит опускать руки. Алёсенькая. Удочка, не удочка, а это трещит. Пускает, видишь, да, хватает мощность. А больше затягивать я его не хочу. Я забываю, как всегда. Бывается. Вот эта трещотка, которая. О. Все, отпускаем, парни. Собираем, конечно же. Как он называется-то? Нет. Фрикцион. Он фрикцион, видишь. Зачем у меня? И так леска. Я сейчас затяну, он вообще будет обрывать ее. Пускай лучше фрикцион вот так вот стоит. Да ладно, мне эту леску не жалко. Главное, чтобы не рвала. Я вот в этот выстрел в один уровень. Она вроде бы не сама не рвет. Выдерживает. Видишь, блин, далеко опять. Привычка. Закидывать как можно дальше. Это было или же, да. Окс забывает опять. Я как махаю. Ну да. Кто его знает. Пока что туда забрал. Вроде бы оттуда уклевало. Пошел в меню. Полез копаться. Рыбку надо менять. Сейчас должно быть нормально. Главное, блин, ее не отпустить. Ё-моё! Да при чем тут леска ослабла? Она на меня рыба пошла, а потом, наверное, не сорвалась так. Она же была натянута, блин, а потом у нее даже нет самой. Все время постоянно подтягивал. А что поделаешь?
Да, виноват. Рыба оказалась умнее меня. Главное, что ловится. Нечаянно кнопку отпустил. Она подходит, она мелкая. Добью. Ну, я говорю, сейчас вот, мне кажется, до утра, до 5 часов утра я как раз опыты добью. Он уже на крючке у него сидит. Понятно. Вот на глубину, что ли, ушла? Или он ее отпустил? Походил в сход. Конечно, ничего не поймал. У тебя. Бывает, там даже не трофейная, там хорошая рыбка была. Это, скорее всего, этот как это не. Блин, молодая, радужная. Они, глянь, они ночью не тянут лешку, как днем, не так прям сильно. Они прям уходят куда-то. Клев только начинается, по идее, там до часу ночи, по-моему. Да нет, там резкий спад будет потом. Пустую как-то прошла. Здесь метр осталось. Ой. И, блин, и подсекать вот тоже, видишь, она. Подсекешь, она сорвется, как бы. Приковат. Не, попал. Была поклевочка. Меня, но он нет сам. Он пока ее отпускает. Точнее, наоборот, подтягивает, справляется. Нормально, глянь, ночью так нормально можно побомбить. Влез туда, так, к волкам. Санек тут говорит, надо на полтинчик кидать. На 40 метров уже, думаешь, сегодня попал.
Ну тут вот есть что. Мне очень приятно. Нам-то что? Сейчас на глубину уйдем. Как-то поплавочники, да. На реке прикольно, видите, постоянно поплавок куда-то волокет. Да. Он приходится помудрить плавком. Тут вот на где-нибудь на Азорах, если ветра нет, закинул и сиди себе, жди, когда клюнет. Пошел кофе себе навел, лишь приходишь, начинает плевать. Ты пока рыпнулся, забыл, что у тебя кофе в руках, половина стола, блин, в кофе. Такой случай был. Ох, еще Змейка Рыныч. Змейка Рыныч кофе не пьет. Я его дал прикуску. Тарщиком. Хватит. За собой туда утащила, да? Только я тут сначала удочку попломал, не знаю, как все это сделать, делать правильно, собирать. Только их переломано удилище. Тяжелую это как наживку или леску не ту, и все, и удилище сломано. Лески, которую леску мощнее, ты, допустим, поставил двигатель под удочку. А тебе про что и говорю, Сань, то есть леску не ту, там наживку не ту, грубо говоря. Леску ты выдержал, а удилище не раньше. Да, может быть и такое. Ну что-то было, но... Видел? Ну, а вот тут бывает сорвалась, я тогда уже вытаскивать, она дернулась с крючка прям передо мной жмак, и ё-моё. Это был ваш трофей. Куда прям? Пацаны, ловите, да. Двухкилограммовый на крючок нацепил туда. Ловите, да. Трофей, идите, посмотрите. Не, ну там-то можно с трофеями. Я тогда вот не сфоткался плохо. Да ладно, кто-нибудь вам посвятил бы. До днем было дело даже. Есть, да не есть. Есть, но не весь. Это вот. Ты напугался своими. Есть, есть. Не кричи, рыбу распугался. Вот так. Сильнее дома. А, и так сойдет.
А это явно не форель. Трен, глянь, какими навесками тут выписывают. Форель. Молодушек подсылают к нам. А может и перекинут. Выгнать надо, кто там купается, действительно. Кто либо распугал. Так, так, так. Понятно. Нормально, он просто со мной. Близко. Ну что поделаешь. Вроде не дождется. Эта рыба может молчит тут эти, он по воде тоже рассекает. Такие водоножки. Постоянно что происходит. Видишь, ловишь поплавок уже, блин, там уже замерзли, не стой, коза прилетела. Тело. Даже поменяет. Опять вот так это. Сейчас еще один заброс сделаем подальше. Так, ну вон туда, ребят, покинем. Бульк. И она сразу на одно легла. Так, главное, это не упустить. Все равно, насколько будем бороться, но прям плывет ко мне. Сама. Ну что, наверное, кульбиты там выделывает. Пытается сорваться. Нет, не прав. Но все равно интересно было ее выловить. Да, кто ее знает, она вот сейчас видишь, маленькая, да маленькая она. Прям сюда идет и пытается, видишь, леску ослабить и срывается. Вот, ну видишь, что творит? Не ушла. Все равно маленькая, да.
1,5, да, поймал. Нормально. Нормально. И так сойдет. Помнишь мультик этот? А что-то есть. Да все равно мелкие, крупные, главное, что ловим. Главное, что опыт идет. Что же место? Просек. Ну да, что-то он уснул там в инвентаре. Да сейчас ему что-нибудь выпьем. Мы по молодой, по молодым пробежимся. Борис, он тоже гоняет этого последний. Это что-то было. Надо наживку менять, мне кажется, для сна. Не отпускает меня, это рыба. Да нет, он делал, что я хотел, этот как ножик поменять блесну. А хоть мелкая доклюет, а сейчас поменяешь, вообще ничего не будет. О, и тут вот клюнул. И главное ее бы не отпустить. Она вправо перешла, нужно в левую мотать. Потянул, подмотал. Пару метров по пару минут либо вытащу. Она влево перешла. И вправо опять пошла. А, борется прям. Я у берега бам оборвалась, да? Нормально так. Ой. Проснулся. Разбудили. Товарищ появился.
Фонарик, да, нужно взять купить. Может не фонарик, может быть у них кепка такая, у меня же стоит просто спорт. А у них, да, видишь, какие фонарики. Теперь есть. Отпускай, да? Ручки дали. Забадочный крючок, четверку дали. Или открыл, просто теперь можно покупать. X-Series. И биткоин, да. Нет, мне кажется, это дали. Вот, может, теперь можно открывать. Хотя иксовая вот эта линейка, это, в принципе, они самые the best тут. Удилище и так далее. Безлимитная. Ну да, раньше 20 килограмм еще. Рыбалки. Ты тут она даже ушла. Ладно. Не, блин, легкие. Не знаю, что это такое было. Далеко, далеко. Нет. К берегу, к тому, да, близко. Да, равномерно попробуем. Сразу блесну. Ты знаешь, что не меняет блесна. А у него. Я не удачу, даже не видно. Пизак. Их пойдем. Винч. Фундаментальный. Блин. Одним методом попробуем. Намерные, наверное. Здорово, это скорость. Подмут. Браво уже. Подмут. Пошел.
Осталось чуть-чуть вообще. Так, стекаем. Сасываем. Прямо умеем, когда рыбу достаешь, она летает. И вода попадает где. Экраны эти брызги. Капли. Хорошо борется у него. Угу. Пусть борется. Это мой есть кайф игры. О, еще борется он. Конечно, равномерно это просто попалось случайно. Да. Ну, наверняка там блюдо. Все понамешал. Ветвичатое, многоступенчатое, равномерное. Равномерное. Не равно, но никак. Ты думаешь, что знаешь, на какую? На узкую область. Миграммовые, там, по-моему, были 5-граммовые. Мне кажется, он пойдет, хотя не поймешь.
чтобы мы меньше еще двоечка стоит. Пускай нужна блесна. Блесна под басы. Что-нибудь такое, чтобы пасть была вот такая вот здоровенная. Нет, это не то. Нужна узкая. Я же те блесны. Какие? 46, да. Там пристрелен. Упустил этот трофей. Вот это, по-моему, нормальная блесенка, она должна пойти. Отсюда. Ну, кстати, ну, потери боишься, прям надо и срывается оно. Девятьсот пятьдесят грамм, да, нормально.
А, на сверхлёгкую вертушку тоже клюёт рыбка. Надо ее попробовать равномерным провести, думаю, так нормально пойдет она. Это же вертушка. Спасибо. Поймал, прохалис, сорняк. Скорость уберу только. Слишком быстро будет подниматься. Все равно я до дна может. Дернул это, не клюнуло. Равномерно, нужна скорость больше. А больше. По уровню. У них ножи могут быть другие. Угу. Трофейный черный краб и поймал. Да, кто ж мне починит эту удочку? Краб целый поймали. Пустые. Еще одного краба или что там?
Просто есть, видишь, подсекаешь, обрывается. Да, сходит. Не подсекаешь, тоже сходит. Ладно, там, попытаемся сейчас также поймать, короче, этим, как его зовут. Таким макаром, ступенчатый. Если не клюнет, будем менять наживку. Полесно. Понял. Ну пускай тянет, тянет. Поделись улыбкою своей. Тянена еще не раз к тебе вернется. Это что-то она не хочет брать, видишь, такой да это. Вроде бы и взяла, а не хочет. А, на черном попробуем. На бело-черно-красное. Ребро с этим. Левый взял. Левый, ну. Прям 4 утра, наоборот, там еще нормально осталось. За час мы сейчас вырубим. Короче, вырубим. Вообще тишина у тебя. Ну вот он, висит, давай. Право посекать есть еще. Он как без подсечки вышел. Ну видишь, 300 грамм поймал. 38 баксов. 38 баксов поймал, да. Нормально. Посмотрим, правильно то. Слегка туманится, если погода такая. Да вон горы, вон, видишь, где туман, вон он. В лесу здесь. Туман бывает. Сейчас закинем. А, блесна уже не та. Надо на эти, на узкие попробовать. Ну, на те золотистые. Вот, вот. Ну, есть что. Вот, его подсох, называется. Губу оторвал я. Давай туда еще разобрал, сделаем. А
откуда ты знаешь, может я рыбу перекину? Нужно довести до нее блесну. Было. Дернул основ. Больше надо мне. Так, меняем наживочку. Наживку облесну. Опять с левой стороны пробуем. О, вон, видишь, рыба начала бить там. Это поплывочная нужна, конечно. На поплывочном я сейчас килограмм точно вылавлю бы за один заброс. Утрата. Ты хоть по 800, а не по 200 грамм, по 300. Ты не клюет, он золотистый, у него рот там не откроется. Маленький. Ну, не узкая он идет. Или же сверхлегкая. Где даже 5-граммовая, но широченная. Вот 5 метров в секунду ветер. Южно. Вряд ли в сторону. Воздух гуляет, не поймешь как. Видишь, подсекаю, она сходит. Не подсекаю, сходит. Блин, куда-то унесло там. Это было.
Ребят, догадайтесь, какой уровень вот впереди меня стоит. 16 или 37? Я сначала не врубил, потом допетрил. Тут уже поздно, нажив у меня тут осталось 10 минут. Ну, до 5 утра. Да ничего, так нормально, за один день 62 килограмма. Посмотрим, насколько я за один тут набомбил. Ремонты, конечно, там пойдутся, не знаю во сколько. Да, мне кажется, я сейчас нормально отсюда бабла увезу. Где-то 1000 на 6 нужно вычитать все равно. Потому что я же докупал еще и всякие эти. Ну тут все, уже день закончился. Можно сказать. И клёво, да, нету. Ладно, уж давай, добьем. 5 минут сейчас мы, мало ли. А бах, трофейную какую-нибудь, обалденную. Трофейную, а? Не трофейную, ну хотя бы желтенькую. Ну видишь, мне тоже он чел написал, короче, они с обновой вроде бы введут вот эти вот, желтая рыба будет оплачиваться как этим. Ну да, биткоины. Тогда уматно есть смысл ее таскать, а так за ней охочешься, охочешься, а что толку? Ну, последок же надо было что-то вытащить. Не успеем. Одну минуту. Да. Да, день не закрывается, гляди. Пока не вытащишь, наверное, не закроют. Да ты гляни, какая она сильная. Слушай, рыба, ты вытаскиваться думаешь? Сломай. Там он леска напрягается больше, чем удилище. Удилище-то и катушка на него вообще не напрягается. Во, давай, 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 подматывайся. Не вовремя.
Ну что, ребят, глядите, как мы день хорошо закончили. Продлить за 500. Нет, домой, ребят. Домой. Итак, что у нас по деньгам? 10 тысяч мы заработали, 4270 опыта. Это результат дня. А теперь смотрим, что у нас, короче, получилось. Испытание. Форельный кошмар первого уровня. Ну, видите, вот оно, сами. Итого мы заработали 24500. За 4 дня. Ну что, ребят, отлично порыбачили, в принципе. Спасибо, озеро Рокки. Дало нам 4 дня незабываемой рыбалки. Что могу, ребят, еще сказать? О, тут вот он. Людей добавим. Вот он, ворон на озере Орегон ловит у нас. Итак, ребята, думаю, давайте на сегодня стрим закрываем, прекращаем. Думаю, до завтра. Ну что, ребят, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте тыкать колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий. Ну и общайтесь в комментариях под видео. Ссылочка есть в группе ВКонтакте. Можете там пообщаться. Всем доброго времени, ребят, суточек. И знаете, где нас искать далее на следующий день, думаю. На канале.